иммунобустер, гармония иммунитета. Мы создали продукт, который несет в себе как способность восстанавливать и помогать вам не заболеть. Вы знаете, да, сейчас идет у нас такой взлет заболеваемости по гриппу, да, по простудным заболеваниям, коронавирус никуда не ушел. Ну и вообще иммунитет – это не только ОРЗ, ОРВИ и так далее. То есть это всегда состояние здоровья, которое при снижении иммунитета позволяет человеку заболеть какими-то опухолевыми заболеваниями, заболевать, естественно, ОРВИ и ОРЗ и так далее. Нужно что-то гармоничное, чтобы не стимулировало иммунитет, не, как сказать, не стегало его, да, то есть не настраивало его, не поднимало его, а именно гармонично заставляла системы организма работать так, чтобы вы были защищены. Наши результаты сейчас есть от иммунобустера у людей и взрослых, в том числе заметный результат именно по аллергическим состояниям. Это тот продукт, который позволяет гармонизировать ответ иммунитета, то есть он является иммуномодулятором, когда он может не только защищать, но и восстанавливать сбитый иммунитет, да, сбившийся иммунитет, потому что аллергическая реакция – это не что иное, как реакция иммунитета на собственные клетки, то есть реакция организма на собственные клетки. Выход – гармонизировать иммунитет. Мы дали вам такую возможность, создали такой продукт, который не только защищает сейчас, вот в этот сложный период. Я знаю, что очень многие люди пользуются иммунобустером как скорой помощью, потому что 2-3 сашета за, там, с перерывом в 2-3 часа, и у меня он, собственно, постоянно находится с собой, вместо там витамина С или каких-то антивирусных препаратов, да, то есть находится именно иммунобустер, потому что 2-3 сашета, которые ты носишь с собой, если ты находишься в большом каком-то обществе, да, и есть риск заболеть.